Друзья, привет! Меня зовут Александр Логинов, я руководитель компании «Энергоэлемент». Мы находимся в инновационном центре Сколково. И я хочу рассказать, как вы можете заряжать наши литий-ионно-аккумуляторные батареи для складской техники, поломочных машин и так далее, используя ваши зарядные устройства. Да, вы можете на своих зарядках заряжать наши батареи и используемые, предлагаемые нами зарядные устройства. Начнем с первого. Для того, чтобы заряжать либо от свинцово-кислотной батареи, либо от предлагаемой там, любого другого производителя для литионных аккумуляторных батарей зарядкой, ну, вдруг она у вас уже есть, мы используем модификатор батареи. Он представляет из себя реле, на самом деле, силовое, которое ставится между батареей и зарядным устройством, но на стороне батареи, чтобы в случае, если батарея подает избыточный ток либо напряжение на аккумулятор, отключить спокойно зарядное устройство. В этом случае мы рекомендуем, если это, конечно, возможно, ваше зарядное устройство, например, для свинца, настроить на режим гель либо АГМ. У них специальный профиль дозаряда, он будет лучше подходить для литий-ионных батарей. Скорость заряда при этом будет равна максимальному току, с которой ваше зарядное устройство может заряжать батарею. Например, если вы приобрели у нас 400 ампер часовую аккумуляторную батарею, а ваша зарядка для свинца имеет 100 ампер, отдаваемый ток максимальный на шилдике, то заряд будет примерно 4 часа 5-10 минут. 4 часа 10 минут. В этом случае также зарядка не будет информировать, какая емкость закачана в батарею, есть ли ошибки и прочие вещи. Мы используем ваше зарядное устройство только как источник тока. Это удобно, вы не платите за зарядку, на самом деле она все равно выйдет из строя через там 5-7-10 лет, и в этот момент вы сможете приобрести уже наше зарядное устройство, которое оснащено CAN-проводом. По нему зарядное устройство понимает, как надо заряжать нашу батарею, что гораздо эффективнее. Следовательно, вы видите все показатели емкости, возможно, даже ошибки или прочее на зарядном устройстве. Дополнительно, что я хочу рассказать про возможности работы с нашими зарядками. Первое. Вы можете подобрать зарядное устройство, которое может заряжать батарею за 1 час. 1 час, не 2 часа, а 1 час. Только зарядка должна быть очень мощной. Даже 400 амперами мы можем заряжать, 500 амперами. Это основа именно нашей батареи. То есть там все рассчитано таким образом, чтобы она спокойно впитывала в себя такую мощность. Второй момент. Например, в частности, с зарядных устройств MicroPower вы можете выбрать мощную зарядку, например, 48-260 ампер, да, зарядное устройство, заряжать им рич-трак, электропогрузчик и 24-вольтовые электротележки. Почему? Потому что по проводам, по CAN-проводам, по проводам передачи сигнала, батарея сама скажет, как нужно зарядному устройству подстроиться. Это очень удобно. В принципе, можно иметь только, например, 6 зарядок на 10 батарей, 10 единиц техники для мощностных, там, погрузчик, рич-трак, да, единиц техники, и не иметь вообще зарядное устройство для, там, 5 или даже 10 электротележек. Этого не нужно будет, это очень хорошая оптимизация. Второй момент. Исполнение корпуса зарядных устройств IP55, они особо не боятся пыли, их можно размещать в любом месте склада. Дальше, при необходимости зарядные устройства могут быть объединены в некую сеть, чтобы контролировать максимальное потребление с сети 380 либо 220. Тем самым, если у вас, например, зарядную комнату, либо всего на склад, либо выделена линия на 60 кВт, а зарядки суммарно, если одновременно включатся, могут потреблять 80 кВт, мы их настроим таким образом, чтобы они потребляли всего 60 кВт. При этом будет градация на батарее, какие должны заряжаться первостепенно, какие второстепенно.
И напоследок, если вы используете модификацию батареи Frost, которая позволяет эксплуатировать батарею при минус 30, ну или до минус 30, например, в холодильнике, да, или в медицинском секторе, то зарядное устройство сначала будет нагревать аккумулятор до благоприятной температуры, и после этого пойдет основной цикл заряда. На этом у меня все. Спасибо большое. Подписывайтесь ко мне на канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы он вам сообщил, когда выйдет следующее видео. С вами был Александр Логинов. Пока!